Я помню, я сначала думала, я буду врачом. Но когда я вот в медсанбате должна была унести эти ампутированные ноги и руки туда, в котелок, в котельную, я отказалась от этого. И когда вот, скажем, здесь ранено, где все кишки шли наружу. И второе, я хотела быть радистом и на море. И море вообще мне нравилось. Но после войны я сначала боялась войны, боялась моря. Ведь мне она напомнила брата, оказывается, брат не погиб под морем, на море. Но оказывается, они решили, что тут, поскольку нет кладбища, негде похоронен, ничего не известно, похоронен и где, и как. Лучше так рассказать, потому что я сама тоже плавала там, да, и как там.